Еще перед открытием выставки в зале собралось много людей. Кто-то осматривал картины, некоторые обсуждали выставку, но все ждали одного – начала экскурсии от автора экспозиции – Любови Титовой. Когда мне сказали, что будет персонально выставка, и сам человек здесь будет присутствовать, и что она будет рассказывать, я с нетерпением ждала. Сегодня отпросилась пораньше с работы, чтобы прийти и послушать, что скажет человек. Я в восторге. Пришла сегодня посмотреть прямо к открытию пораньше, чтобы можно было подольше походить. Кое-что мне очень уже сейчас нравится. Я особенно люблю натюрморты. Вот там, где самовары, чашки. Это просто сказка. Любовь Титова стала создавать картины акварелью 8 лет назад. Ей нравилось изображать предметы точно и реалистично, но использовать инструмент, который делает все более мягким и плавным. Позже она стала писать в технике по-мокрому, нанося краску на предварительно смоченную бумагу. Два этапа в моих работах. Сначала по-мокрому, а потом детализируется по-сухому. За счет этого вот получается такая вроде бы воздушность и четкость в работах. Для нас этот прием акварели незнаком, когда на бумагу наносится мокрая ткань и стекло. Это что-то такое впервые. Создается воздушность такая в картинах. То есть объем, воздушность – все это необыкновенно красиво. «Все берется из жизни. Я не фантазирую», – отмечает автор. Каждая картина – это отражение того, что Любовь видела воочию и впоследствии перенесла на бумагу. На выставке представлены более 80 работ – портреты, пейзажи, натюрморты и анималистика. Гости выставки рассказали, какие картины впечатлили их больше всего. «В картинах ее мне больше нравятся животные. Изображение животных, их эмоции, хотя безумно красивые и пейзажи, и все другие работы тоже. Мне очень понравилось, как изображена архитектура. Вот я просто в восторге. То есть от прорисовки, вот от Барселоны я вот под впечатлением очень сильно. Удивительно, что сегодня мы можем это видеть в эти наши зимние деньки. Сегодня мы получили такую частичку лета, света и такой душевной теплоты. Выставка будет работать до 27 февраля. Приходите за теплотой и мягкостью красок, которые дарят акварельные работы Любови Титовой. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.